Я вижу что-то внизу. Отец, подойди. Леди Лобос! Еще имя! Гун!
отлично. Thank you.
Что-то есть. Thank you.
Еще имя. Хильд.
Ну, вот и все. Рота, смотри! Это поможет нам в бою с остальными валькириями. Я что-то вижу наверху. Хочешь здесь высадиться? Пойди сюда. Слушаюсь. Тут сказано «Слава Мацагниру, королю гномов».
Да будет его правление долгим, успешным и мирным. Добро пожаловать в Конунсгард. Хочу убедиться, что вы подготовились. После развлечений безумного короля там осталось много разных мерзостей. Каких еще забав? Ну, разные. Жертвоприношения, чары, магия крови. Раньше у гномов это было сплошь и рядом. От старых привычек трудно отказаться. Ого! Смотри, еще дракон. Я все вижу. На цепи. Надеюсь, мы найдем алтарьяков. Замок огромный. Приготовься! Интересная мысль. И разумная. Почти все части драконов полезны и наполнены силой. Зубы, чешуя, даже экскременты. Да, очень мощные. В голове с тобой весело. Я готов. Надеюсь, легендарные доспехи стоят этих усилий. Если уж Брок и Синдрик взялись за это вместе, наверняка дело стоящее. Хоть им-то ты веришь? Атрей, тебе я верю. Легенде нет.
кровью? Не знаю. Есть способы это выяснить, но они очень грязные. Пожалуй, не важно. Тебе нравится их освобождать? Ну да, мы ведь поступаем правильно.
Сын? Слушаюсь. Так, запишу это в дневник. Сагнир стал вести себя очень странно. Почему? Две графика. Те самые доспехи. Он нашел два материала, а треть так и не сумел. Что, думаю, и свело его с ума.
Готов, жду приказа. Huh?